Честная цена в Якутии. Депутат Госдумы Галина Данчикова стала координатором этого проекта по Якутии. Об этом стало известно на встрече с членами нового состава Общественной палаты Республики. Парламентарий от Якутии предложил активистам взяться за актуальную повестку, заточенную на защиту прав отечественного производителя на продовольственном рынке. Отметим, что для реализации федерального закона о госрегулировании торговой деятельности и пресечении административных нарушений создана федеральная мониторинговая группа «Честная цена».